Ты рядом со мной была. Вот. Ой, начинается вот это вот, я была где-то тогда, вот тогда, три дня назад. Я уже не помню, вот да, тогда скажи? Ты... Холодно. Холодно, сказал, что ты бьешь? Да холодно, не здесь. Это мне не помогло. Я и так это знала, что... Привет, крошки! И мы сегодня пришли в прятки, а у меня, кстати, тут рыся уже пытается спрятаться за штору на окно. Вот, как вы видите, тут шторы двигаются, сами своей жизнью, короче, живут. Вот. Сегодня будет, как обычно, классический режим, все то же самое, просто давно не играли в прятки, и почему бы и нет. Ну, еще мы тут шлепы, вроде. Точно, точно, я совсем забыла об этом. Так, точно шлепы? Ой, я не то. Так. Вот это вот, наверное. Нет, не это. Нет, мы... Я... Киси-миси. Всё. Я попи. А я, да. Я стала быстренько шлёпой. Я тоже, ой, да. Ульян, а выбирай. А куда мы пойдем, Ева? А давайте в супермаркет. Ага. Ага. Вот Ульян, ты, извини. Блин, это ж я. Спасибо. Но я тебе давала время выбрать, ты не выбрала, поэтому... О! Да я забыла, ладно, что я первая просто. У нас с тобой бабочки одинаковые. Да, почти. Мы же их выбили в прошлый красивые, раз. Красивые, да. Это точно. А это кто? А, все ясно. Слушайте, ну я по возможности не буду менять предмет. Нет, кажется, сейчас буду менять предмет. Я не влезаю. Я тоже, прикиньте, вот это проблема. Ой, я еще застряла. О, вот тут, наверное, хорошо получается. Да, вот тут я и останусь. Так, ну что? Ой, Ульяна шлепа. Да. Так, ого, ого, вы капец. Не, ну я, наверное, лучше всех спряталась, в смысле, мне легче всего найти, вот. А, в этом смысле? Я в думал, этом я смысле, да, легче, легче всех, да, вот. Так, ну что, смотрим по нычкам. Чё тут? Ага, смотрим по нычкам, да. Чё там, блин, я банки не посмотрела, сколько банок было, представляете? О, ну, я думаю, там как бы не пересчитаешься. Блин, вот то, что я смотрела, то, что я думала, вот вдруг они будут кто-нибудь здесь вот спрячется, а тут все так, как было. И я в тупике, ребят. Ты знаешь, самые популярные места почему-то не заняты. Вот. Самое интересное, что вот смотришь обычно туда, сюда, а там никого. И да, и сразу в ступор. Да, да даже тут нет. Ой, ого, даже нет. Ого. А ничего так можно? Ты... Ну да, но шлёпе, видимо, можно. Почему нет? Она же собирается так... Ой, Ульян, сначала тюкни, может, что-то. Да я, нет, я смотрела, я проверяла, сколько здесь. Ну там колы столько же было. Да что такое? А кто вы? Ну... Я просто буду всех бить, но тут все так и было. Ну смотри. Не, Ульян, ну ты не все нычки проверила. Да, но ты рядом со мной была. Вот. Ой, начинается вот это вот, я была где-то тогда, вот тогда, три дня назад, вот тогда ты проходила мимо, но еще нужно было подождать 10 секунд, и ты точно бы меня тюкнула. Я нашла коробку! О, все. А я думала, я лучше спряталась. Ну, в смысле, легче спряталась. Почему лучше, мне хочется сказать. Так, ну... А можно Йоши скажет, что он за предмет? Зачем? А зачем? Так же... Ну, потом. Мне просто интересно, я не знаю, что это. А, ты не понимаешь? Нет, все просто, все просто. Да, есть такой предмет, да. А ты где-то, может быть, под низом где-то спрятался? Нет, нет. Можно мне, пожалуйста, спасибо, вопросик? О, так, 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 а ну-ка, ну-ка. И что это, что это? Серьезно? Так, это этот я. Смех просто. Оба! Все остаюсь только я. Да. И Йо, подсказка. Ну-ка, ну-ка. Холодно. Да, Ульяна. Холодно, так. Прям вообще. Кстати, холодно. Кстати, одно из популярных мест. И ты там была. Ты что, на складе? Так, ну хватит вот это. Ну, Ева, елки-палки. Так я была здесь. Я не, ну, я ты не сам уже начал говорить холодно. Ну и что, мне можно говорить. Я знаю, насколько мне можно сказать. Так, кого-то там дубасят, да, Ульяна? Да. Ладно, пытается. Коробку дубасит. Ты меня уже прибила. Так, а тут разве есть что-то? Не-не, не тут. Ну, типа тут прям... Горячо, ладно, Ульян, очень горячо. Да как горячо? Вот, горячо, горячо! Ой, нет, почти левее. 9, 8, я не вижу 7. Тебя. Ну, Ульяна! Вернись назад, ну вон он я. Да вон он. Ну, елки-палки. Это определенно самое лучшее место для прятки. Я не увидела, ты хотя бы вышел, я посмотрела. Нет, не ударила, имею в виду, а просто посмотрела, мне интересно было. Ну, Ульяна, думаю, ты посмотришь видео. Так, Йоши был на виду, понимаешь, в чем дело? Да. Так вот, ты был коробка? Слушайте. Да. Нет. Как да. Коробка? Ясно. Это коробка. Это коробка, это коробка. Ну, это не та коробка, Ульяна. Я уже поняла, но я не знаю, как объяснить. Ребят, а у меня для вас новости. Так. Да. У меня еще и игра залагала одновременно. Тут появились новые предметы, я его выбила. Что? И у меня залагало. Мне, короче, скелет
тут. И он остался тут. Ну, короче, я ничего не могу сделать. Я тоже хочу. Я хочу, чтобы меня залагало. Ого! Ульяна, у тебя новый предмет, да? Есть? Да, у меня залагало тоже. Да, у меня тоже. Мы сломали динозавр. Да-да-да, у меня тоже динозавр. У меня динозавр. Он что, 100% выбивается? Ешь, а ты успеешь? Может, это единственный новый предмет? Наверное, нет. Только я ничего не могу выбрать. Сейчас... Я тоже. А кто сейчас ищет? По-моему, Ёши, да? И Ёши я новая... не помню. Мне кажется, это... Нет, не я ищу. Я ищу, но я вижу только динозавров. Я тоже. Блин, придется перезайти. Нормально у вас там. Капец. Да, у нас только динозавры. Я вообще ничего не могу сделать. Да. Да, я тоже. Короче, динозавр сломал нам игру. Да. Слушайте, ребят, мы окончательно поломали игру. В итоге мы перезашли. Ладно, с Ёшей пошли еще раз выбивать какие-то предметы. Там, кстати, еще есть. Вот. И каким-то образом стала искать я теперь. То есть, ребята, вы вообще есть? Вы как? Вы я в игре? Тут. Мы есть. Мы тут. Тут. Сейчас. Просто... У нас всегда было так, что сначала идет Ульяна, потом Лана, потом Ёша и я в конце. Ага. Ну да. Но почему-то я сейчас ищу и не знаю, почему. Это очень интересно, но я это не против. А еще я не помню эту карту. Ну просто выбирать особо не из чего было. Обычная проблема. Да. Ладно, будем искать подсказки или просто, не знаю, чувствовать. Что-нибудь. Блин, я не знаю, кем мне быть. Ой, а секундочка, я не смотрю, я не смотрю, а смотрю я готов. На прекрасную шлёпу. Я успела. А я тоже. Все, я иду? Да. Отлично. Я даже здесь не посмотрела. Ну ладно, пойдемте посмотрим вместе, может быть, мне как-то эта машина смущает очень сильно. Ева, ладно, Ева, ты каждый раз ее бьешь. Каждый раз. Так, тут, по-моему, гитары не... Я себя ударила! Гитары не было. Зачем? Да не бей, ты была там гитара. Не трогай. Блин. И вот этого точно не было? Кто-то тут лишний. Да было это все. Не знаю, не знаю. А, вот а мы тут... тебе говорим, говорим. Ну я вот сейчас даже проверила. Так, ладно. А вот там гитара была? Ева, я тебе больше скажу. Вообще, на этом квадрате ладно, никого нет. Ладно, хорошо, верю. Точно, даже велосипеда, хотел сказать, самокат? Даже велосипед. Прям совсем. Ой, ладно. Вот как вот максимально. А вот это вот что тут делает? Это точно здесь не было было? Ладно. Не было было. Я запуталась. Ладно. О! А ты сердечко. Но тебе это пригодится сейчас. Ты настукалась достаточно. Криво стояла кто-то, что-то. Вот это вот велика точно не было здесь. Ева. Да, блин. Что с тобой? Отстань от Это очень уверен, это хорошо. Ага. Да. Так, ладно. Нет, ну тут вроде все хорошо. Если так присмотреться. Ну, упасть так точно никто не сможет. Может, шиной сможет стать? Но я даже не знаю. О, вы видели? Смотрите, что могу. Господи! Блин, это гнездо. Да, это шлёпы. Вылезай. Опять я себя ударила. Ладно, хорошо, не бью. Не бей шины. Ладно, вы что, все на одном квадратике? Что-то долго ты как-то. Я не понимаю, я не вижу никого. Нет. Ну, карта сложная, если честно. Ну, да. Особенно, когда я ее не помню. Еще и сердечко. Ладно, я подскажу. Я был на том квадрате, где ты сейчас была. Прошлый квадрат. Хорошо, но я сейчас кого-нибудь... А еще ты проходила мимо Ёши. Да. Вот буквально только что. А еще на этом квадрате никого нет. Да, блин, серьезно? Давай скорее дубась все, что прям только рядом с тобой, хочется. Ну так ты шина получается, осталось, да? Два квадрата. Нет, не шина. Нет, это не шина. Вот это штука, наверное. Нет. Да блин, а если правда, вы меня просто отговариваете? Да нет! Нет, мы не обманываем тебя, 30 секунд осталось, мы хотим тебе помочь хотя бы меня убить. Ева, убей вот меня, вот? Ева, распили меня. Вот это, меня. Но не здесь стоит! Да! Не здесь! Ева, да холодно! Не здесь! Холодно! Холодно, сказал, что ты бьешь? Да холодно! Не здесь, холодно! Выйди из квадрата почти! Господи, боже мой! Ударь уже хоть меня, я тебя прошу, сделай что-то! Спасибо большое. Ой, это уже аж плохо мне. Так а где вы? Ладно, точно скейт. Да не скейт, это Ульяна скейт. Я скейт. Знаешь, что я скейт. Такая же банка, как Ёши, только нет. Спряталась там. Это сложно. Ну да. Давно не играли, потеряли хватку, короче. Так, мы не берем капсулу вот эту вот с предметом, точно. Потому что... А точно. Давай. Нет, кыш, уходи. Не нельзя. Хочется. Нет,
Нет. Подожди, Ева, а тут проблема. У меня написано, что у меня 20 из 20. А, нет, подожди, это не это надо понять, где. Ты можешь же посмотреть по зоопарке. Кстати. У меня в зоопарке 21 из 20. Да что ж ты, где это, а? Не, у меня 20 также. О, коллекция, коллекция. Это как? Так, школа, база. Слушайте, ну пока что зоопарк 20 из 20, все, все есть. А у меня 21 из 20, это как? Чего? Это как? Я не знаю. Что-то сломалось, может быть. С ума сойти. Но у меня так написано. Так, ладно, у меня все полное. Хорошо, давайте. У меня тоже. Нет, ладно, чуть позже проверю. Джену еще захотела взять. Ой. Так, ладно, а сейчас кто, ищет. А кто ищет? А я вот ищу? Теперь не знаю. А может... Давайте в зоопарк, у меня там 21 из 20. Посмотрим, что у тебя там лишнее. Но я-то не покажу, я буду только искать. А что если этот предмет... Отсюда. Ай, блин, нет. Ах, ладно. О, давайте вот этим вот. Ого, а что такой большой? Я этим предметом еще не была. Ладно, ты знаешь, каким предметом я еще не была? Нет. Ты что думаешь? Я просто тест. Схожу и... Проверка на просмотр твоих видео. О, боже. О, да не, это вряд ли, точно вряд ли. Так, успеть, успеть. Ну-ка, ну-ка. Что насчитала? Ну, в основном насчитала. Но сложно. Ага. Сложно. О. Я помню тех, кого по три штуки. Ага. И все на этом, да? Ну да, примерно так. Итак, могу сказать, что никто из вас не олень, не крокодил. Спасибо. Не вот этот вот львица, не львица. И даже не тигр, потому что их четыре, но я все равно их запомнила. Еще никто из вас не белый кролик. Так. И никто из вас не медведь. Как вам? Нравится? Нормально. Ну и не слон, наверное, тоже. А кем мы можем быть тогда? И не жираф. И не жираф, да? Тоже. Понял. Так, что из животных? Ну все. А панды, а вы панды? Кончились. Панды, а я не помню, я всех посчитала, кроме панд. Они же самые первые стояли. И, по-моему, фламинго тоже было три. Что-то мне так кажется, я сейчас пободаюсь с ними немножко. Пободайся. Там это, справочный реквизит. И что, прям вопросик? Прям вопросик. Ой, вопросик. А я еще даже еще не ткнула ни в кого. Угу. Слушайте, ну это мне должно помочь. А что если это потому, что это мне не помогло? Я и так это знала, что вас трое там должно было быть. Ладно, ладно. По-моему? Да. По-моему? 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 Да и вот... Да! Я знала. Тупо, с первого раза, нормально ты дубасишь. Спасибо. Так, змейки было две. Змейки было две. Капец. Дальше. Что у нас было тут? Вот тут я не помню. Вот тут эта змейка была. Да. А вот тут я не знаю. Я сюда не заходила. Так что если кто-то здесь, вам могло бы повезти. Но кажется, нет. Так. Дальше. А было ли тут вот это ведро с водой? Было. 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 Ага, вот вы какие, да, было-было, говорите, да, понятно. Я, кстати, думала стать крокодилом. Ладно, ты просто слишком крутая в прятках, мы остальные всем подсказываем, кроме тебя, в том числе мне, да, а тебе подсказывать не надо. Тебя надо отговаривать, когда ты сразу видишь. Ты знаешь, это как вот с бабушкой в карты играть. Она ж, любая бабушка, она дубасит в карты, что дикая. Она запоминает все, что там вышло. Да, она знает, она досконально знает, что у тебя в руках. Понимаешь, так и тут. Ты тоже своего рода бабушка. Я так вот и знала, что ты меня вот тут бабушкой называть нет, пытался. Нет, ни в коем случае. Да? Я говорю, что ты хорошо играешь и запоминаешь, понимаешь? Не так вот, как, не знаю, я просто вспоминаю все вот эти вот игры с бабушкой в карты, когда ты маленький, знаешь, и когда ты такой начинаешь... Вот, Ёши, если бы вот ты сейчас был в соседней комнате, я бы, конечно, тебя пристукнула. О, защита! Защита! Где ты был? Где ты был? Я змейка, которая передвигалась немножко. Да, я же, короче, пошел туда, где ты там уже была. Я просто не успел спрятаться, я понял, что ты меня найдешь, и я такой думаю, блин, ну надо немножко побегать. Ничего себе. Извини, пожалуйста, я больше хитро. Так не буду. Больше так не буду, честная пионерская, так сказать. Ну ладно. Ну что, Ёж, куда идем? Хочу супермаркет снова. Ого. Потому что парк развлечений сложный, улица тоже сложная. Я хочу хоть раз попасть на легкую карту, хотя бы разочек, ну хотя бы один. О, а я прикольный предмет, кстати, даже не знала, что он у меня есть. Значит, будет вот тут. Блин,
Ну тут Ёши все знает. Да? Да брось ты. Я ничего не знаю здесь. Блин, да, это плохо. Конечно. Так, а что у меня есть? Наугад буду дубасить, как обычно, ребят. Поэтому давайте там. Надо было посмотреть. Особо не парьтесь. Надо было посмотреть, что у Ланы вообще за предмет 21 из 20. Да, я не нашла его. Вот так. Ёши, ты подожди пока. Ага. Закрыть глаза? Я закрыл глаза, я ничего не вижу перед собой, даже в жизни, если что. А Ёши у нас не шлёп. Я честно закрыл. Я не шлёпа, да? Я не знаю. Да, ты не шлёпа. Ого. Я еще не открыл глаза. Когда можно ну, будет? Ну я все, когда я можно? Спряталась. Ну короче, ладно, да. Вроде все, все готовы. Все готовы. Так, хорошо, да. Все, погнали. Так, боже хорошо. Боже мой, у тебя двойной, значится, двойные зубы. Ну да. У меня? Да, все да. Верно. Все так. Кошмар. Значится так. Что у нас тут ага. было? Что, все тут все было? Нормально. Да, все. А вот тут что-то лежачее, что это за лежачее такое? Ну лечь точно никто не сможет, так что... А вот это кто тут? А? Никого. Точно? Ты точно считал? Да ничего не считал. Мне кажется, я же даже не смотрел. Ты кривенько как будто стоишь. Блин, нет. Да что ж такое-то, а? Что ж такое-то, а? А ты проверь то место, где ты был. Мне просто интересно. Чего? А где я был? Так, все, без подсказок. Да нет, я... Да нет, там никого нет. Мне просто интересно было просто так. Короче, Ульяна, я вот здесь вот был. Вот здесь. Хотите, я покажу? Я покажу. Не надо. Не надо. Не надо. Нет, тут знак вопроса, стой на месте, где стояла. Ладно, давайте, когда Ёши кого поймает, тот, ну, не поймает, а увидит, тот скажет, не бей, и пойдет показывать, как стоял, в общем, как не стоял. Не бей! Выходи. Не бей! Выходи. Иду. Все, я пошла. Тут уже. Всё, сейчас Ева покажет. Сейчас как покажу, я даже могу поменять себя на этот предмет. Да, давай. Да, меняю? Да. Так. Так, карабас. Вот это, давайте. Да? Вот эта штука. Ага. Не так. Ну, примерно вот так вот. Я вот там был. Да, вот тут. Вот так вот. Я просто так собрался. Вот так. Капец. Ну, блин. Да, я старался. Я старался. Все, Ёши, ты меня не видишь. Я постараюсь. А, да. Тогда ладно. Иди, путник. Тогда ладно. Так, ну ты, я не знаю. Да что ж такое? Ты ж хотел легкую карту. Я думала, ты все здесь знаешь. Да какой? Ну она просто легче, чем остальные. Откуда ж я могу знать все? Опа, пожалуйста, дай еще вопрос. Вопрос? Сейчас тебе вопрос прилетит, что это я. На, ударь меня. О, давай, ладно, спасибо, да. А, что? Понимаете, даже в себя не попадаю. О, точнее, ну короче, вы поняли. В себя попадаю как раз таки. Так, хорошо. Ах ты. Кто? Кто? Ах ты. А вот тут кто-то, какая-то кукольный кто-то. Кукольный, значит. Ты, может? Блин, я так красиво стоял там. Да, хорошо, кстати, очень. Да, хорошо, я прям не заподозрил ничего абсолютно. Слушайте, вот самое интересное, что Ульяну хорошо видно, если смотреть правильно. Ситуация с Ёшей в прошлом раунде. Да, реально. Но Ёши туда даже не заглядывал. Вот в чем прикол. Ёши куда-то не заглядывал. Да нет же. Не заглядывал. Потому что уже скоро. Да, ну куда можно, знаете, очень захотелось. Заглянуть сверху. Давай. Ванну. Чего? Ну почти. Тут? Нет. Ах это ты. Не ванна. Ладно, ладно. Это заслуженная победа, как в прошлый раз у меня. Да, слушайте, а там, наверное, никак не ударили. Там другие предметы можно захватить случайно. Мышкой. Возможно. Да нет, я думаю, можно было бы ударить. Ну, я считаю. Слушайте, я пытаюсь открыть еще предмет. Меня забрали соточку. И это предмет. В смысле, он у меня был? А что это? Это динозавр. Ну вот, и все. Ну, короче, всегда игра залагала. Короче, игра забирает деньги. Ага. Но у меня этот предмет уже был. Это динозавр. Ну, по крайней мере, я думаю, что был. Теперь не уверена. Ну, значит, в следующий раз проверим, был он ли или нет. И проверим, какие еще предметы можно выбить. Хотя у меня все есть полностью. Ну, вы сами видели. Так что на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.